здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на моей кухне, на кухне у Любани. Давненько мы с вами не виделись на кухне, потому что были праздники. Но сегодня пришлось мне готовить салат на ужин для своих, и потому я решила, чего бы не поделиться с вами. Кто-то, может быть, этот салат знает, кто-то готовил, кто-то не знает, а кто-то вспомнит, что готовил, да просто где-то там он лежит, записан. Потому салат будет сытный, вкусный и легкий, будем говорить так. Пекинская капуста, огурец свежий, вот половиночка болгарского перца, лучок зеленый и вот такие вот голени куриные копченые. Ну и также майонез. Ну, для начала я нарежу пекинскую капусточку. Она почему-то темная, не знаю. Девочки, кто знает, можете написать. Обычно, вот этот листик сниму. Обычно она такая вот светлая, но почему-то у нас сейчас темная. И на Пасху я брала темные, сейчас я буду резать вот, вот так вот ее. Посмотрите, не сильно мелко, но и не крупно. Так, смотрите, вот я так нарезала такими вот кусочками, как его сказать, полосочками. Всем, как угодно, как вы любите. Ну, конечно, так надо постараться рассоединить эти листики. Вот. Это был такой мясной и легкий салатик, еще раз повторюсь, есть. Теперь я нарежу вот эту голень, голень копченая. Если у вас не будет копченой голени, вы можете взять ветчину, вы можете взять колбасу, сыровяленую, или как сказать, тоже это будет вкусно. Это уж знаете, что после праздников осталось, как говорится, то соберем и сделаем такой ужин. Все, режу. Итак, смотрите, так я нарезала мяско или мясо, чтобы не сильно резала вам слух там, кто у нас такой немножечко. Вот. За ним сейчас я нарежу. Я буду перчик нарезать кубиком, потому что он такой жестковатый немножко. Он будет тогда вкуснее. Вот так вот. Смотрите. А там и кубики, и полосочки, перчик болгарский тоже отправляется. Это я вместо помидор, потому что помидор у нас такой, знаете, кисловатый и много выделяет сока. Поэтому я лучше сделать перчик, и красиво будет, ну и вкусно, конечно. Огурец я буду резать кубиком, не крупно, смотрите, вот так вот. Огурчик нарезала, тоже отправляю сюда. И теперь остался лучок. Вот такой зеленый лучок. Я думаю, 4 штучки будет достаточно. Если вы любите там побольше зелени, можете добавить укропчик. Это уже на ваше усмотрение. Петрушечка, укропчик. Я вот готовлю так, как у меня любят. Ну, а вы добавляйте свою. Это же салат. Сейчас буду резать лук. Лук тоже измельчила. Отправляем. И вот так получилась такая вот у нас салатница, салатика. Значит, сейчас я немножечко присолю, совсем чуть-чуть, щепоточку. И хочу сказать, что вы можете приперчить. Я перчить не буду, потому что у нас внук не есть перченый. Потому не будем пока. Будем подстраиваться подменьше. И вот майонезик. Я пока 2 ложечки. Майонез я здесь не готовила сама, скажу честно, не буду вас обманывать. А взяла это детский майонез, есть такой детский майонез, там детям от 3 лет написано. Но я вам скажу, он довольно вкусный, потому когда, вот так знаете, нет времени и не особо есть желание, или его нет того желания, чтобы делать майонез, потому можно воспользоваться этим. Теперь хорошенько, пока 2, но будем делать, как говорят, по вкусу. Потому соль, майонез, перчик, это вы делаете по вкусу. Да и вообще салат будете делать на свое усмотрение. Главное, что я вам сказала, ингредиенты, которые можно использовать вот в этом салате, да, а там вы что-то свое добавите. Сейчас я это все перемешаю хорошенько и вам покажу. Итак, девочки, не прошло и 10 минут, как салатик наш готов. Смотрите, вот такой вон. Я майонеза много не добавляю. Смотрите, видите, вот майонеза совсем немного. Ну, потому что, когда много майонеза, он будет очень жирный. И после таких праздников, как у нас были, Пасха, вы же сами понимаете. Значит, вот это у меня салат, это как будто бы завершающий к праздникам, которые были на Пасху. Ну, через пару деньков, может быть раньше, я буду записывать уже новые рецепты. У нас молодая картошечка, у нас кабачки, у нас огурчики, у нас там, впереди нас очень много, нас и меня ждут, и мою семью, вкусные блюда.
Ну, а сейчас попробуем. Хочешь, хочется так, чтобы все попало, не могу набрать. Я думаю, вы все знаете, что это вкусно. Печенька, ее можно делать и с помидорами, с огурцом, и с кукурузой. Вариантов много. Просто вот этот вариант, кто не делал, попробуйте. Он довольно-таки вкусный и, главное, сытный, потому что здесь есть мясо. Захотите на мой канал? Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите пожелания. Всех помню, всех люблю. Всем а пока, до свидания.